ребенок может самостоятельно поплыть ближе к 4 годам, без поддержки тренера, без вспомогательных средств, ребенок может самостоятельно плыть по воде от 4 лет. А по продолжительности, насколько ребенок может быстро начать плавать. Есть дети, которые начинают плыть уже на первом занятии. Есть ребятишки, с которыми нужно поработать в течение месяца, двух и трех. Это, скажем, сложные случаи. Но все дети начинают плавать, и если родители не сдаются и работают вместе в совокупности с тренером, то процесс идет очень хороший, и ребенок начинает плавать сам. В большей степени боятся, конечно, родители. Они не знают, куда отдать своего ребенка, потому что не знают его предрасположенность. Будет ли интересно ребенку этим заниматься? Здесь нужно ребенку давать шанс, давать выборы и приводить его на бассейн. Если ему это понравится, затянет, он будет заниматься, из него вырастет хороший пловец. У детей небольшой может быть страх, потому что это среда, в которой он будет первый раз и будет без родителей, без помощи, поддержки своих. Страха нет, нужно с ним работать. Совет родителям могу дать один, то есть приводите к нам детей, будем заниматься, ребенка заинтересовать для него, чтобы это была игра, и он учился плавать, будет развиваться иммунная система, физическое здоровье, и ребенок будет более крепкий и сильный.